Меня зовут Коля. Меня зовут Паша. Меня зовут Вика. Настя. Где вы работаете? Мы работаем в детском центре театра и кино, в который входит детская киношкола «Синема» и театр «Ронд», тоже детский. Да. И живем мы в городе Минске, в Беларуси. Мы из Беларуси. Да. Ты была в Беларуси? Нет. Вот мы живем в Беларуси, в Минске. А вы в Калгаре первый раз на фестивале? Лично мы, да, но наш коллектив уже приезжал в прошлом году, но приезжали другие деятели. И еще в самом первом фестивале участвовал также наш коллектив. Да, мы с первого фестиваля, наш театр приезжает с первого фестиваля, но все мы по первому разу. Но в самом Харькове некоторые из нас уже были не раз. Вам очень-очень нравится или нет? Очень-очень нравится. Шикарный город, да. Все понравилось. Что понравилось в Харькове больше всего? Ой, в Харькове? Ну, я даже не знаю, как сказать. Мы посетили, конечно, очень мало мест. Но Харьков сам как город, сама атмосфера Харькова. Вот город весь зеленый и современные есть какие-то части, много храмов. Мне очень понравилось. Больше всего нам понравился в Харькове фестиваль «Детятка». Да. Это самый замечательный фестиваль, на котором мы вообще были. Это самый прекрасный фестиваль. И это настоящий праздник детства, настоящий праздник творчества, праздник кино. И это просто непередаваемо. И мы очень благодарны всем людям, которые этот фестиваль делают. И пускай он живет еще много-много лет. Специально для программы «Тип-топ новости».